Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Друзья, сегодня мы с вами готовить не будем. Сегодня ваши столы уже накрыты и бокалы наполнены. В этот праздничный вечер мы хотим поблагодарить всех наших зрителей и подписчиков. Спасибо вам огромное, что вы смотрите нас и поддерживаете. Огромное спасибо нашему папе. Спасибо за твою любовь, поддержку и понимание. Конечно, я хочу сказать огромное спасибо своей семье, своему мужу и своим мальчишкам, потому что они у меня находятся на передовой и первыми всегда пробуют мои вкусняшки, эксперименты на кухне. Конечно же, в этот праздничный вечер хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви и счастья. Пусть в вашем доме будет всегда тепло и уютно. Пусть близкие друзья будут всегда с вами рядом. Мечтайте, и пусть ваши мечты сбываются. Новый год, новый путь и новые возможности. Друзья, присоединяюсь ко всему, что сказала моя сестра. Пусть все ее пожелания сбудутся. От себя хочу добавить несколько слов. Хочу пожелать абсолютно всем людям на планете счастья, здоровья и добра. Чтобы вы жили счастливо, были сильные и целеустремленные, несмотря ни на что. Чтобы даже в такие трудные года, как 2020, вы находили в себе силы и возможности двигаться дальше. Старайтесь вспоминать только те моменты, которые радуют вас, и тогда жизнь заиграет новыми красками. Мы при помощи YouTube-канала обрели новых хороших друзей, которые поддерживают нас и помогают в трудную минуту. Спасибо вам огромное, друзья. Канал «Прошу к столу» поставил себе новую настоящую цель. Серебряная кнопка YouTube, 100 тысяч подписчиков. И вам, конечно, желаю поставить себе цели и идти к ним. Давайте вместе осуществим все свои желания и мечты. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!